Всем привет! Меня зовут Александр Гончаров. Это мой YouTube-канал. На нем я буду рассказывать о применении фармакологии, о тренировках, о питании, кардио. Свой взгляд на это я буду, так сказать, внутри событий. Все буду показывать на собственном примере. Я сразу хочу сказать, что я не доктор, я не профессиональный тренер. Я не специалист в области питания, я вообще не знаю ничего ни о чем. Все буду показывать только исходя из собственного опыта. Вот и все. Буду показывать свой опыт, возможно, опыт других каких-то спортсменов. И все. То есть не стоит повторять то, что я говорю. Не стоит этого делать ни в коем случае. Тренируйтесь натурально, оставайтесь здоровыми. В общем, слушайте свой организм. Все. Подписывайтесь на мой канал, ссылочку на свой ВКонтакте я оставлю в описании. В будущем сделаю Инстаграм, все остальное тоже будет в описании. Итак, до встречи!